Алоха всем, друзья, снова рад вас видеть. Это шестой тур Christmas Cup. Сегодня я играю второй круг против сингла. У меня, как и у Марку, 10 очков, у Артваса 7, сингл вообще не вышел в плей-офф. Надо сегодня играть даже на максимум, чтобы уж точно выйти в плей-офф. И не надеяться на параллельный матч Марку и Артваса. Заходим в игру, ждем приглас сингла. Вот его состав, Эль Шарави. И вот у меня вместо еще и бан, на левом флаге играет. Пидар. Всё. Херня фиг... Ой, ё... Опа, так. Или он там в забегание отправил, типа. Правим все зо... Ты в нат... Блин, мне показалось, он замаскирован, в натуре решил забить. Ну тут Касильяс, ну тут Касильяс. О, как тебе в... Дальше. Забань их! О, вот и схема. С тремя центральными почти дала пробоину. Аккуратно, аккуратно. Вот сейчас офигеться будет. Какой же ты пидо... За мяч не ухватился? А ты вс... Вот чуть не поп... Я чуть не поплатился за это. Угу. Зонка. И спокойно 1-0. Спокойно. Без лишнего напряга. Без лишних каких-то телодвижений. Нормас. Спокойно, спокойно. Расстрел какой-то... Опа, опа, опа. Вот и схема с тремя центральными немножко... Да ё... Чего? Чё, в натуре маскирано такой? Поэтому немножко вот... Так вот-то. Сделаем. А почему... Как ты медленно даешь пас? Рюдигер... Забрал. Будет. Опа, опа. Хоп! Сейчас опять. Ну тут Саналд уже должен все решить. 2-0, да. 2-0, уже нормально. Мы от мимо откажем. А, не понял. Давай. Скирану. Пеханина какая-то пошла. Я. А как вот так? Спокойненько. Вот тех. А, это я зря. Это я зря. Охрененный отбор. Охрененный отбор. Скажу я вам. Я же хотел себя выпустить, но, видимо, не получится. Ладно, ГГ. Не знаю, что там насчет первого места, но... В любом случае, я в плей-офф. Я доволен. Гештальт на этот турнир закрыт. Уже окончательно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ждите плей-офф. Всем пока.